зовут Руслан, мне 10 лет. Мой папа археолог. А ты из какого города? Вот из Нефтеюганска. В какой школе учишься? Я учусь дома. Дома? У тебя домашнее обучение? Семейное. Семейное? Там есть еще один человек, который тоже учится. Ага. А как так получилось, что ты попал сегодня к нам на лекторий? Ну, мама сказала, что будет лекция. Вот, ну, я и пошел. Потому что мой папа археолог, мне очень нравится, когда он меня с собой берет. Вот. Ты сегодня услышал что-то новое? Ну, что-то да. Там, оказывается, если бывает возгорание в помещении, то закрывают ход. Но об этом я даже как-то не задумывался. Я знал, что есть всякие там, ну, деревянные дома, землянки. Вот об этом еще не знал. А ты когда-нибудь трогал, пробовал ли работать орудиями труда, которыми пользовались древние люди? Нет, никогда не пробовал. Ну, если только топором один раз, то да. А так нет. То есть первый раз потрогал реплики? Ну да. А керамику ты когда-нибудь уже видел? Видел, мы ее даже находили. Ну, где-то мы были, я не помню, недели две назад, три. Вот. И нашли там два куска керамических. В целом, тебе бы хотелось, чтобы мы почаще приезжали и что-то рассказывали? Ну да. Папа тебе мало что рассказывает? Ну, много. Ну вот он, например, приезжает из экспедиции и рассказывает, он всякие камушки интересные привозит. Он даже видео нам показывал, как у них лесовая хотела утащить рюкзак. Она потащила, рюкзак упала, она убежала. Ну, то есть он всегда приезжает и что-то новое рассказывает. Вот. А ты сам когда-нибудь был в экспедициях? Ну, был один раз в 4 года, наверное. Или в 5, наверное, не знаю. Вот, был в экспедиции, и мы в походы ходили. Тебе понравился язык, на котором мы говорили на лектории, что он более приземлен к детской аудитории, а не научным языком? Ну да, папа рассказывает обычно каким-то более взрослым языком. Ну, то есть, какие-то незнакомые слова, вот, а тут более все понятно было. То есть тебе было интересно, когда тебе говорили что-то не научным языком, а детским? Ну да. Ну, я бы, если бы даже научно, мне пришлось много вопросов задавать. Ну, что-то я уже знаю, что-то нет. А так тебе все было понятно? Ну, да.